Михаил Ковязин потребовал у администрации построить тротуары на Крупской и Стахановской. Депутат Кировской городской думы от фракции «Справедливая Россия» предлагает сделать это в рамках проектирования автодороги. Ранее Михаил Ковязин через суд обязал чиновников отремонтировать участки улиц. Теперь депутат попросил исполняющего обязанности главы администрации Геннадия Плехова запланировать строительство тротуаров вдоль Стахановской и Крупской, обустроить ливневку, провести освещение, а также продлить участок по улице Крупской за Березняковский переулок. Также Михаил Ковязин запросил у Геннадия Плехова информацию об ответственных за разработку сметы и попросил запланировать средства на ремонт в бюджете города на 2021 год.